Лу? Ты не должна быть здесь. Эти девушки... Всех этих девушек убил ты? Нет, их убил не я. Лу, ты должна на меня положиться. Зачем тебе фотографии Майкла и Кайры? Лу, дай объясню. Нет, нет, не подходи. Ты боишься меня? Я не знаю. Я не убивал этих девушек, Лу. Тогда зачем тебе эти страшные фотографии? Зачем? Я выслеживаю убийц, изучаю их и наказываю. Наказываешь? В колледж я поступил не случайно. Мне нужен был Мейсон. Мистер Мейсон наш? Да. Что с ним? Ты... Он заплатил сполна. Но я не только вычислил этого ублюдка, но удача была еще в том, что я нашел тебя. Меня? Ты задумал и меня убить? Лу, ты что? Никогда. Я наказываю только плохих людей. Людей, что не пощадили жизни этих девушек. Негодяев, что ушли от закона. Лу, я таким появился на свет. Это как наваждение. Мою жажду, мой голод нужно утолять. Голод? Моих демонов я спускаю только на подлецов. Пойми, так нужно было. Они это заслужили. Ты убиваешь только убийц. Но ты сам убийца. Ты серийный убийца, Калиб. Да, я убийца. Я не пойму, как ты так долго все это скрывал? Как ты избавляешься от следов? Есть водоем рядом с парком Бишоф. Там не бывает людей, я... Нет, хватит. Я не хочу знать. Убивая этих подонков, я спас много невинных жизней. Каждый из них маньяк. Корнелия знает? Да, она меня и научила этому. Господи. У нее не было выхода. Лу, ты можешь пойти в полицию и сдать меня им. А можешь... Либо смириться с этим, либо помочь тебе вылечиться. Именно так. Я люблю тебя, моя маленькая. Я не могу любить кого-то. Я не могу сочувствовать кому-то. Только ты вызываешь во мне эти человеческие чувства. Только ты одна не даешь темноте поглотить меня целиком. Только ты одна можешь меня спасти. Калиб, я помогу тебе. Но ты должен обещать мне, слышишь? Ты должен обещать мне. Что? Ты не будешь больше убивать. Никогда, слышишь? Иначе я оставлю тебя. Мне придется это сделать. Я обещаю. Блондиночка, как дела? Как чё? Смотрю, ты всё краше и краше. Итан, что ты хотел?
Лу, можно тебя на пару минут? Вау! Слушай, вчера в клубе, ну... Мы можем просто забыть это. Так, ты что, решила меня отшить? Не дав мне даже шанса. Итан. Я тебе не нравлюсь. Так и скажи. Ну, я была пьяна. Лу, для меня это было не просто так. Ты мне нравишься. Ты... Я... Итан, какого... Ты что, меня не понял? Калиб, извини, но я не могу это так оставить. Я не понимаю, почему ты так бесишься. Лу мне нравится. И может быть, она сама решит за себя? Лу, поясни. У вас что-то было? Ничего. Мы просто танцевали. Только танцевали? А наш поцелуй? Ты меня поцеловала, не забыла? Так это был только поцелуй? Да, мы целовались. Угу. Понятно. Калиб! Хороший удар, дружище. Не вставай. Уходим, хватит. Хлоя? Добавить тебе, что ли? Хотя ты такой жалкий. Ты все слышала? Еще слово. Я тебе мозги вышибу. И в тот цветочный горшок засуну. Звучит, знаешь, как-то даже эротично. Какой же ты придурок. Да, Итан, ты везунчик. Как же все это не вовремя. Хлоя, стой! Подожди! Калиб, какого черта? Зачем ты это сделал? Пусть скажет спасибо, что я его давно знаю. Иначе он очнулся бы... Где? В твоем подвале? Нет, в больнице. Почему ты себя так ведешь? Потому что ты будешь всегда для меня маленькой, и только моей маленькой. Зачем ты его ударил? Он посмел коснуться тебя. Я сама была виновата. Он тут ни при чем. И как тебе? Что? О чем ты? Ответь, что ты почувствовала, когда целовала не меня? Я хочу услышать ответ. Я... Ну же. Пустоту. А со мной... Со мной что ты чувствуешь, когда я касаюсь тебя? Я чувствую страсть. Я чувствую влечение к тебе. Я люблю тебя. Доволен? О да, я очень доволен. А сейчас мне плевать на все. Я хочу тебя. Thank you.
Майкл, какого черта? Ты будешь мужиком или нет? Кайра, ты можешь успокоиться? Эта Бет следует за мной по пятам. Я уверен, она знает все. Она нас видела. Если она расскажет все им, что тогда? Я не хочу в тюрьму. Да и ты замешан в этом. Кайра, это не телефонный разговор. Что мне делать? Иди сегодня на концерт. Веди себя естественно, как всегда. Я все сделаю сам. Ну что? Да здравствует студенческая жизнь. Но наша королева Анна будет жить в своих хоромах. Но нам и здесь неплохо, да, Кайра? Алло? Так, Калеб, я очень надеюсь, что у тебя сотрясение мозга, потому что если нет, то я тебе его устрою. Тащи свою пятую точку на концерт. Не шуми, а то пломбы вылетят. Если ты не появишься, я найду тебя с ногой в жопе. Это будет моя нога. Это будет твоя жопа. Понятно тебе эта вещь? Напугала. Я серьезно. Ладно, понял, угомонись, психичка. Я выезжаю уже. Как ты меня назвал? Да только папа... Иди сюда. Встречайте, на сцене группа The Sin. Власть любви.
Все еще злишься? Убей себя об стену лучше. Хлоя, мы с тобой расстались. И заметь, ты от меня ушла. Тупой ты хипстер. Это значит, я прощен, да? Заткнись. Бэт! Черт! Прости меня! Прости! Все исправил. Больше Бет тебя не побеспокоит. Теперь ты спокойна? Нет, так не пойдет. Целуйтесь языком. Кайра, иди к нам.
Ребята, хотим классный финал? Не забывайте про комментарии и лайки. Лишь от вас зависит, как закончится эта история.